Да, это вот ритуалы, которые я придумала записывать, тречить на утро на 2 месяца. Сейчас сделаны июль и на август сразу. Смотрите, какая хрень. Ну что это такое? Чего ты ржешь? Что-то нормальный вообще. О, неужели я смогу вам показать трекер? То у меня уже зла не хватает. Что-то вроде получается наконец. Смотрите, я сделала специальный трекер. Описание я сделала в цифрах для себя, потому что я разные шкалы получала, изучала, и мне какие-то подходили, какие-то не подходили. Описание в словах, да, то есть, например, как вы себя чувствуете? Паника, бешенство, энтузиазм, гармония, расслабленность, вялость, бессилие. Либо в смайликах, либо в цветах. И цель, например, писать каждый день. Вот здесь пишется дата на месяц. И здесь можно либо раскрасить, либо написать смайлик, либо словом написать, как я себя сегодня чувствую. И фишка в том, чтобы делать это каждый день в одно и то же время. Итак, теперь надо это вклеить в буллет-журнал. Вот буллет. Здесь уже были вклеены у меня трекеры вечерних ритуалов. Есть вот запасные. Вот они. И я отлистываю назад и вклеиваю еще в конце 2 других. Вот, остались запасные. Можно как-то приклеить наклеечку. Сердечко какое-нибудь. Вот, у меня буллеты, в конце буллета такие трекеры, можно какие-нибудь наклеечки красивые. И вот у меня здесь получается июль, и здесь у меня июль. Здесь будут даты сегодня, например, какой там 5-е. Вот, и я не с 1 числа начала, а с 5. Здесь точно так же. Я накидываю идеи своих утренних ритуалов.